Дамы и господа, Ильназ Дагитов, защитник Гештали, а теперь уже главный тренер команды. Ильназ получил сегодня приз за верность хоккею. Да. Насколько неожиданно, насколько приятно получить такую награду? Спасибо, конечно, всем. Самые дорогие для меня медали в моей карьере. И первые, получается? Первые, самые дорогие. Я считаю, что это достойное повышение хоккейной карьеры. Угу. Ну, я так понимаю, что если бы не продолжение возглавить Гештали, еще играли и играли бы, и играли, и играли. Ну, вы же желание было? Желание было, конечно. А вы вообще себе до скольки лет отмеряли так? Каждый год, начиная с начала сезона, думаю всегда, что это последнее. То есть много не загадывал. То есть год пройдет, потом плюсом еще год. Болельщики Гештали думают, гадают, чего теперь ждать от команды. Чего ждать? Побед? Ну, постарайтесь. Стараться, я понимаю, что нам будет сложно после такого результата. Но всем бывает сложно. Пришел и наш черед. Понимаете, сейчас придется в себе игрока убивать. Это самое сложное для тренера. Пока еще не понимаю, честно сказать. Пока я еще, наверное, сыграю еще. Пока, возможно, там сейчас начнется профессиональная подготовка. Возможно, я чуть-чуть, да, буду ощущать игру. Но сейчас пока такого чувства еще не вышло. Ну что ж, удачи в сезоне. Спасибо. Спасибо.